В Павлодаре обрушилась крыша в строящейся школе. Тяжести заливаемого бетона не выдержала опалубка. ЧП произошло накануне. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия сейчас работает специальная комиссия. Выясняется причина обрушения перекрытия. По предварительным данным, на ликвидацию последствий потребуется не менее 15 дней. Учебные заведения начали строить в прошлом году. На его возведение выделен 1 200 000 000 тенге. К слову, это не первый скандал вокруг строящейся школы. Данный объект фигурировал в коррупционном скандале по делу бывшего акима Павлодарской области. Тем не менее, согласно плану, объект планируется сдать в эксплуатацию к 1 сентября следующего года. Скорее всего, нарушена технология, потому что стойкий опалубка не выдержала. Поэтому, по предварительным данным, там 100 квадратных метров. Сейчас в данный момент идет демонтаж, создана специальная комиссия, включена с управления строительства, с ГАСКО, с акимата. И сейчас выясняется конкретная причина. Сегодня с утра вышел покурить в 9 часов. Вчера крыша валила, сегодня продолжается валиться. Это школу строят. А если бы там жертвы были какие?